В Совете депутатов Кольского района сегодня важный день. Выборы нового главы района. Прежняя Валентина Кустенкова, занимавшая эту должность почти 13 лет, покинула пост по собственному желанию. Досрочно ушла на пенсию, переезжает на Смоленщину. Как заметила сегодня губернатор Марина Ковтун, столько людей и цветов в зале местной администрации ни разу не видели и столько добрых слов не звучало. Валентину Кустенкову коллеги буквально искупали в овациях. Она в ответ: «Было легко и приятно работать вместе». На словах: «Вот и закончилась моя трудовая деятельность», голос дрогнул. Кольского района. Я 34 года работала и жила в Кольском районе. И я ни одного дня не пожалела о том, что я жила и работала в Заполярье. Я хочу выразить бесконечную признательность жителям Кольского района, которые верили мне и избирали меня депутатом Совета депутатов 4 созывов. Я произношу слова благодарности нашим депутатам, с которыми всех 4 созывов, с которыми мы работали вместе. Те перемены, которые произошли в районе, которые происходят и еще произойдут, это самая главная награда для вас. Кольский район становится сегодня в авангарде развития Мурманской области. Он становится опорной точкой развития Мурманской области. Я не побоюсь этого слова. Все важнейшие проекты будут здесь реализовываться. Новые проекты, доселе невиданные в Мурманской области. И вот то, как вы подготовились сейчас к тому, чтобы участвовать в реализации масштабных федеральных проектов, думаю, даст еще больше импульс для того, чтобы Кольский район стал одним из передовых. Команда, которая есть, сейчас каждый город, район может позавидовать то, что я только хочу. Спасибо сказать, чисто такое мужское большое спасибо за ту совместную нашу с вами работу, что проделали и сделали. И я уверен и согласен с Мариной Васильевной, что вы достойную лепту оставили в жизни вот развитие Кольского района. Большое-большое спасибо. Торжественные проводы затянулись на час. Выборы нового главы не заняли и 5 минут. В зале прокомментировали: идеальная мирная передача власти. Кредит доверия депутаты открыто и единогласно выдали единственному кандидату, 30-летнему коллеге-предпринимателю Андрею Махалсяну. Впервые депутатом стал в 22 года, в Совете был замом председателя. Ну и с этого дня глава района. В напутственном слове губернатора: впереди большие проекты, серьезные задачи, и все получится вперед и вместе. Задача номер один сформулирована. Сохранить тот вектор развития, который сейчас есть в Кольском районе, ну и, соответственно, приумножать его.